Этих людей отличает порядочность, чувство ответственности и трудолюбие, хотя их не назовешь энергичными. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Эти люди дружелюбны и общительны, окружение ценит в них умение создавать вокруг себя приятную доброжелательную атмосферу. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Иногда эти люди бывают излишне мелочны. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Это имя наделяет упорством и реалистичным планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Направленные в практическое русло стремления к красоте позволяет им стать хорошими дизайнерами, стилистами, оформителями. Эти люди всегда доброжелательны по отношению к окружающим, обладают даром создавать вокруг себя приятную, спокойную атмосферу. Люди с этим именем очень лояльны, добры и щедры к друзьям и к родственникам. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.